Балкони ТВ, Россия, Саратов. Мы снова с вами, друзья. Международное, мировое, межгалактическое музыкальное шоу на балконах мира. И сегодня здесь, на балконе торгового комплекса «Манеж», у нас в гостях Алексей Туезов, который подарит вам композицию. Правильно все, поехали. Когда у любви затишье, все думают о другом, и голос ее не слышен, а слышен лишь слабый стон. И можно подумать, любовь не вернуть, но это ведь все не так. Любовь, как росток, пробьет себе путь сквозь холод, жару и мрак. Весна. На-на-на-на-на. Весна. И можно подумать, что люди устали от зимних холодных ночей. Весна разрушит оковы печали, разбудит прилетом грачей. И люди, воспрянув, снова проснутся, стряхнув остатки тоски, и снова увидят, как дети смеются и радуются старики. Весна. На-на-на-на-на-на-на. Весна. Лай-ла. И солнце согреет нас нежной рукою, подарит любовь и тепло. Любовь лишь весною бывает такою, что счастье найдется легко. Пусть люди с любовью будут сильней, и пусть обойдет их беда. Любовь — это чудо, что есть у людей, любовь не уйдет никогда. Весна. 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 На-на-на-на-на-на. Весна. Балкони ТВ, Саратов, торговый комплекс «Манеж». И у нас в гостях, напоминаю, Алексей Туезов, который исполнил эту песню. Как называется композиция? Композиция называется «Весна». Это текст моего отца, а музыка моя. Я написал музыку в 14 лет. Папа стихи в 42 года. Вот, как бы. А как давно сам поешь? Сам пою с детства, с самого раннего. Начиналось все с того, что мама у меня гитаристка, и мы с ней в два голоса вместе пели. Как бы вот. Маме привет, папе привет. Маме привет, я поздравляю, сейчас скажу. У вас отличный сын. Хотелось бы просто поинтересоваться, сколько песен уже авторского сочинения есть? Песен две вообще, как бы, но вот это одна из них, обе стихи отца, музыка моя, вот. Но есть желание еще продолжать писать больше, исполнять больше авторских песен? Понимаешь, как у творческого человека желание есть всегда, но не всегда совпадает с состоянием души, с внутренним чем-то таким. Если одна песня называется «Весна», как называется вторая песня? Вторая «Осень»? Называется «Неправильная любовь». А, «Неправильная она любовь». Она тоже о любви, она. Где ее можно услышать, где можно с ней познакомиться? Эти песни нигде не записаны, они только у меня в голове. О, друзья, ну а теперь они есть. Так что, кто хочет послушать, пожалуйста, ко мне. Заходите на нашу страничку Balkany TV, Саратов, Россия, Леша Туезов. Хороший парень, отличный исполнитель авторских песен. Любит своих родителей, любить своих родителей. Balkany TV, Россия, спасибо. Саратов. Balkany TV.